Начинаем. Я ребенок. Куда мы? Туда же все? Да, в другую сторону. И побежал там. Я не верю. Вдвоем бежаться. Ну я не в главный. Зачем заходить в главные двери, если там все? Надо от тех подальше держаться. Я подскакала, как в прошлый раз, направо. Он убежал налево. Понимаешь, я людям не доверяю. Надо сказать там держаться можно. Держаться от них подальше. Это хорошо, что ты не человек. Шучу. Что? Это шутка была. Ты еще скажи, что женщина лучше друг человека, да. Такое я не смогу сказать. Просто меня многие не поймут. Вали, вали, что такое? Кто где? Кто это? Вали отсюда! Иван, вали отсюда! Кыш! Ванька. Уходим, пойдем. Я тебе сейчас дам. Блин, самое что интересное, он нормальный. Ну он проверял, видимо, вдруг мы кто-нибудь-то. Пойдем. Фу, блин, я перепугалась-то, ну. Ваня, можно? Ваня, блин. Ваня. Так. О, ключ, нашел ключ, Ксюх. О, бери. Фиолетовый какой-то. Это а кто? Подожди, он у меня, ключ светился, это значит, наверное, он от любого замка подойдет. Мне кажется, да, он светился разными, по-моему. Надо нам еще цветами. Один найти и потом бежать в эту. Ты где? Где я? Ты нашла ключ? Сосед пойдем... покинул группу, в смысле? Ну, мы можем и без соседа побегать, конечно. Блин, тут много ребят. Господи. Я боюсь их. Они меня не трогают. А, ты вон она, пойдем наверх. Да, пойдем. А как понять сосед? Значит, кто-то другой стал соседом? Не знаю, ой, что за звуки такие? Дверь куда-то открыли. Так. Куда дальше ты? Или закрыли, наоборот? Ты тут лутал? То, что лутал, лучше не закрывать. Я обычно оставляю открытыми то, что лутаю. Да. Чтобы видно было, что мы здесь уже. А соседа лучше, наоборот, закрывать. Ты куда опять ускакал? По кому там смотрю? Я вот тут тюрьма. На втором? На этом этаже? Ты вниз не спускался? Нет. Куда опять потерялся? Смотри, там комната какая-то. Ну, по коридору, вот. Видишь фонарь? Да сзади я тебя, боже мой. Иди сюда. Ты вниз ушел? Да. А как нам выбраться отсюда? Через стекло можем. Тут какой-то кинотеатр домашний. Давай посмотрим, какой кинотеатр. Некогда, Ксюша, некогда. Надо сваливать отсюда. Так, что такое? Хочу смотреть кино. Хочу мультики, кучи мультики. Вот здесь главный вход, по-моему, можно ключом хотя бы открыть сейчас, чтобы его не таскать с собой. Раз мы тут рядом. У меня он легендарный ключ. Я думаю, им в конце лучше воспользоваться. Или нет, у меня нет, не легендарный. Ну, простой синий. Давай. Да, синий просто. А я думал, он, то есть, ключ от всех дверей. Для любого замка подойдет. Не-не-не, тут только походу цветные. О, вон он, смотри, какой хэллоуинский. Кто? А, сосед хэллоуинский. Смотри, какой у него. Тыква на голове. Ты видишь, куда я бегаю хотя бы? Я наверх поднялся, ага, если что. Ага, я вижу. Ну что, классно у него картина, что ему. Так. Так он есть или нет? А то было написано, что сосед покинул группу. Ну есть, конечно. О, шестеренка тут наверху, на тумбочке. Где? А. Ну вот эта тумбочка. Отлично, взял. О, здесь, кстати, можно полутать. Пойдем на крышу. Кстати, сейчас тут посмотрим ящики. Ты пока посмотри, я пойду посмотрю, что на крыше. Вот тебе что-то хлебом не корми, дай по крышам пожарить. Hello. Привет. Ага. Нашел что-нибудь? Ключи нашел? Ключи надо искать, надо сваливать отсюда. Некогда тут дурачиться. Господи, что такое? Так, он сейчас нас отвлекет. Какие-то отвлекающие действия. Ключ! Красный. Красный. Ты пока там нас отвлекал, мы тут уже ключи все нашли. Я не поняла вообще. Чем ему помочь? Что народ, помогите? Что не понимаю. Он сам вот сможет исчез. Сесть. Я думал, он так просто. Ключ! Властвуется.
Бери, все, Ксюш, там видишь, внизу кого-то поймали. Нужно быть аккуратным. Все, идем, идем открывать. Прыгай сюда. Пойдем. Прыгай сюда, прыгай сюда. Потом сюда. Что такое? Да я разбилась чуть-чуть. Че? Че ты? Так, вылазим. Пойдем. Она на главный вход. Побежали. Да, быстрее, быстрее, быстрее. А где, с какой стороны-то? В эту. Угу, вот. У нас два ключа. У меня красный. У меня оранжевый. А красный мне не нужен. Как это не нужен? Нужны желтые. Три желтых надо. Следующий ключ наверху. Смотри, наверху. Справа где-то. А, где-то вообще наверх. Надо еще на этаж выше. Угу. На самый-самый-самый верх. Не, вороны... А по-моему, не было ворон, когда я играла. Были вороны. С самого начала, я помню. Да? Ну, я, да. То ли я их не видел, то ли не заметил, не знаю. Я просто не думал, что они указывали на ключ. А на самом верху, ага. Слушай. Нифига себе, это куда? На крышу, наверное. Так, сюда прыгай. А сюда не... А сюда это... А как туда? Не получится. Надо обходить. Так, вот сюда, посмотрю. Сюда, сюда прыгай, не бойся. Сюда прыгаешь. Вот. Ой, ой, ой. С самого начала что-то я упал. Так, и наверх залазь. Выше. А она будет всегда вот каркать как, или нет? Не знаю. Вот сюда, смотри, вот видишь? Вот сюда, сюда, сюда. Оп. Ага. Ну вот я сюда. Идёшь дальше. А, вон ты как пролазил. Фу-то, я даже не заметила. Так. Не ну, ори, ворона, не пали нас, пожалуйста. А она все-таки внизу немножечко, надо как-то... А, попасть. Вот где-то на вот это, как она называется, это на чердаке где-то. Да. Не на крыше, а на чердаке. Вау. Ай-яй! Я чуть не упал! Я боюсь высоты. Боюсь высоты и лезет на самые эти верхотуры. Да. Вот смотри, нам надо как-то... Нашел ключ, я желтый нашел ключ. Где? Наверху, вон, посмотри наверх. О, что это такое? Наверх посмотри, глянь. Глянь-ка, наверх-ка. Что ты такое включил? Ладно, не хочешь, я что-то такое включил. Вон ты где. Но она все равно показывает куда-то еще ниже. А, это было больно. Мне здоровье отнялось. Она сейчас прибавится. Так, а как нам туда попасть? Давай все-таки вниз надо... спускаться. Ой! Как-то вот в этот чердак надо попасть. Да, до сюда идти. Где-то здесь. Где-то наверху. Да где она показывает-то? Еще выше. А как мы туда попадем? Тут нет никаких лестниц. Может быть, тут какая-то потайная комната должна быть? А, ну да, вот же сюда. А, нет. Нет, нет, нет. Странно. Есть красный ключ, блин. Почему нет красных замков? А красные не нужны, да? Нет, красные не нужны. У тебя красный? У меня желтый. А, желтый. Хорошо, допустим. Идем сюда. Обходим все это дело. А слушай, а тут кто-то залазил, там она морала. Как он туда залез? Я ключ выкинул. Чего? Я хотел коробку выкинуть, я ключ выкинул. Ты... А, вон он все нашел. Фу. Так, все это, конечно. Сюда мы не попадем. Банан. Хочешь банан? Нет, Ксюша, не хочу. Нашла. Отлично. Остался синий. Синий. И желтый. Нет, и оранжевый. Ну, вообще тут есть вообще. Мне кажется, это желтый. Оранжевый. Это желтый. Оранжевый. Не, желтый. Оранжевый. Это желтый ключ. Апельсиновый. Желтый. Я сейчас укушу тебя. Укуси, но это желтый. Оранжевый. Самый настоящий желтый ключ. Я сейчас стукну тебя. Рогатый желтее ключ. Просто не бывает. Желтее не бывает. Я желтый, как желток. Рогаткой. Желтый, как желток. Ты вот вредина какая, а? Желтушечка. Хватит, сейчас получишь. Как бананчик желтый. Совсем другой цвет там. Как солнышко, что? Как солнышко светится. Вот солнышко оранжевое. Золотистый желтый ключик. Нет. Да. Нет. Нет. Почему никого нет? Может, все ливнули? Почему нет никого? Я никого не вижу. Может быть, ливнуть.
Мы одни бегаем. А мы ладно. Вдвоем бегаем с тобой. Ну давай спасемся за этого, нам дадут плюшечки. А что нам дадут? Думаешь? Так, смотри. Смотри сюда. Ну, заодно интересно поизучать дом. Что тут есть, какие секреты, как куда. Вот ворона проникнуть. Там каркает. Смотри, тебе, допустим, надо нажать надо на вот рычаг, а мне надо там выход посмотреть. Потому что она явно это, внизу. Конечно... То есть надо нажимать на рычаг это и резко вниз вот... идти. На рычаг наверху. Все, я нажал, и где-то внизу должно что-то открыться. Вот не факт. А вот факт. Мне потом поддержит, скажет, Алекс, ну боже мой, ты же гений. Да, догадался, то, догадался ведь, начали... догадался а, ведь. Ты вот вообще... Почему не поддержала Алекса? Почему? Он же был прав. Ага. Мне кажется, нам надо выше? Вот в эту дверь, а где знак вопроса. Но нам нужна карточка. Возможно так, возможно вот это. Где же ее взять? Вот ее надо искать как раз. Что это такое? Ну да, другого варианта я не вижу. О! Только так. А как это? О, у меня теперь кастрюля с фонариком на башке. Прикольно, ты как ты... это? Смотри... ты где? Смотри на это. Я ключей ищу. Я как шахтер теперь. Все изучили. Но это по-любому там нужно... Ксюш, я тебе банан взял. Сейчас. А ложку нашел? Берется. Да без ложки можешь. Я тоже ем бананы без ложки. Зачем с ложкой? Из-за мужской фантазии. Фантазии? Да. Ключ синий нашла. Не, ну ты смотря как есть. Ты можешь откусить, что вот. Прям, знаешь, фантазия пропадет. Вот, вот. А, ну... Так и сделаю. Так и сделаю. Но сначала можно подразниться там всячески, а потом же кусать. Ой. О чем мы вообще говорим? Я банане. Ну вот, и я там уже. Да вообще не говорю. Нет, здесь, наверное, шестеренок. Здесь шестеренок найду, и тогда я смогу собрать... Здесь я была. По-любому какие-то должны быть... Тогда я смогу собрать приборчик, который будет открывать все железные двери. Решетки. А сколько надо шестеренок? 10. А у тебя? 1. Надеюсь, что все остальные найти. Ты где там ходишь? На улице. Я нашла гараж. Я знаю, как у тебя аппетит вызвать к еде. Как? Нужно тебя молотком кинуть. Ты офигел, что ли? Не, серьезно, у тебя здоровье уменьшится, тебе нужно будет что-нибудь есть, чтобы восстановить здоровье. Слушай, не... Господи, как ты напугал меня! Че? Ты откуда взялся, выпрыгнул так? Слышь ты, как? Так я ж тебя не кинул даже. Я тебе подал молоточек. Смотри, какая у меня каска. Слушай, а попробуй меня стрельнуть. С удовольствием. Вот, да. О-о-о! Чё так мало? Давай еще раз. Это все на что ты способна? Это все на что ты способна? Ты можешь больше? Это очень слабо было. Мне на тебя жалко переводить даже речь. О, а, нифига себе, у тебя каска железная и... Слушай, я в тебя кидаю? Да, давай. А все, она слетела, спасибо. Это моя каска. А как ее одеть? А как ты ее одела? Хитро. Ключ забирай вообще, вон. Так, пойдем открывать. Ты тут ничего не нашла? Я просто хотел, чтобы ты покушала. Ну, чтобы здоровье уменьшилось. Как одеть-то, правда? Я за тебя забыла, как одевать. Вспоминай. Ты, наверное, сильно по голове ударил. Сейчас пройдет, Ксюша, не переживай. Да бросить, а одевать, как? Я открываю. Открывай. Все равно мы не уйдем отсюда. О! Смотри, можно машину. Ну, я знаю, да, можно садиться в машину. А, да. А что ехать? У меня прав нет у меня. Ты что с каской бегаешь? Она помялась, смотрите, каска помялась. Вот я не могу одеть, ты мне ее помял. Из-за того, что она помялась. Вот и забирай ее теперь. Она теперь бесполезная. Вот именно. Вот и разрушитель.
Да ладно, все равно никого нет, зачем тебе каска? Так свободнее. Ну, да, фонарик был у меня, понимаешь? Прямой. Ну, прости. Не прощу. Ну, можешь в руке подержать фонарик. У меня сейчас знаешь, что в руке подержу? Что-нибудь тяжеленькое. Подержи. А потом тебя догоню. Полезно для мышц. Подними, отпусти, подними, отпусти. Вот тебе зарядочка вот. Будет. Угу. Тут гаечный ключ. О, интересно, ты как думаешь, больно бьет гаечный ключ? Давай проверим. Ты мне дай гаечный ключ. Нет, наоборот. Потом скажешь, сколько у тебя хп отнялось. Наоборот. Что такое недогадливый-то? Ничего не понимаешь. О, тут кукольный дом есть. Смотри, какой кот. Не, серьезно, я тебе вот сейчас прям без... На серьезке говорю. Ну, взяла, все испортила. Если в комнате расставить так же, как в кукольном доме, то секретный вход, секретная дверь должна появиться. Это в оригинальной вот. Части, знала? Нет. Будет кукольный он дом, валяет. Ты изучаешь, как что стоит. И потом воспроизводишь это в настоящем помещении. И тогда открывается секретная дверь. Ты где? Смотри. Это в настоящем. Ты смотрел рисунки на стене? Ну да, смотрел. Смотри, какой кошак классный. Прикольно. Тут робот странный. Чё почему? О, в этой комнате я не был. Шестеренка! Нашла? О, так можно соседа замедлить. Иди вот в комнату какую-то кукольную. Иди сюда. А, подожди, Ксюш, я тут нашел другую комнату, надо ее залутать. Тут может быть ключ лежать. Потому что тут еще никто не шарился. Так. Ну хотя бы поизучали немножко, да, уже как-то ориентироваться можно. Я молочко выпила. Какая умничка, Ксюша. Оказывается, можно вот этот клей подбирать и швырять, если что, тоже соседа, он разливается по полу, и все это по нему прилипаешь к нему, медленно ну, очень. Понятно, ты в соседа не играл, видимо, да, вообще? Нет, в соседа я не играла. Но, слушай, белая такая жижа возле кровати смотрится очень странно. Да? Да, кто-то пересмотрел по ходу чего-то здесь ночью. Угу. Да. Очень, кстати, отчаянно пересматривал. Так, я тут немножко залутался что и... Это? Ой, в смысле, ну, кассета. Облутал все. Найти-то я ничего не нашел. Зачем ты выкинул? Тут я ничего не нашел. Блин, печально. Сейчас вниз спускаюсь, может быть, тут что-нибудь есть. А тут мы были, мы тут ходили. Где гребаный ключ? Все обшарили, реально. Ну, ворона же каркает, все-таки туда надо идти. Ну, каркает. Ну, туда, ну, дверь-то надо открыть ключом. Может быть, есть другой все-таки способ. Тут детки погибали, короче. Ну, тут лежит какой-нибудь их предмет, фотография, типа, и пропал, и туфельки. Так это печально выглядит. Ужас. Сосед, что с ними делает? Это же страшно. Я тоже все облутал. Угу. Причем находишь какой-нибудь ящик, не открыт, думаешь, радуешься, может быть, все-таки там. На фигушки. Там нету. Угу. Нету. Она нету. Ан фигушки. Блин, опять сюда зашла. Зачем я сюда зашла? Оранжевый замок. Я сейчас только что подошла, посмотрела. А, оранжевый? Да. Ты думаешь, оранжевый? Оранжевый. А я так не думаю. Ты смотри на него. Чуть не упал. Господи, я думал, нашел что. Так, фонари загрузить. Хоть попой жуй. Да хватит орать. Что такое вик? Подсветилось. А? Что такое такой вик? Где? Это ключ! Это ключ! Господи, где? Ключ здесь! Где ты орёшь-то? А я думаю, что такое такой вик? Где? Я такой сел, он такой вик, вик. Где? Ну вот тут, наверху. Такая вик. Где наверху? Ну вот здесь, наверху.
На крыше? Да. Где? Такой мне приятный звук. Интересно. Такой приятный звук был. Где это? А вот если интересно, посмотри мой видеоролик. Где был ключ? Спрашиваю. А вот не скажу. Это будет в серии. Вот порося какая. Вот, ну скажите, ну причем я тут был, вообще. Я тут был не один раз. Кстати, я хочу тебя огорчить. А почему он орёт до сих пор? Он светился, как будто бы он был желтый, но это, кажется, синий ключ. Так, это фейл был. Но он желтым светился, я видел, что желтым, это все подтвердят. Нет, за что? За что? Я так обрадовался. Всю интригу разрушил. Всю интригу разрушил. А зачем столько ключей-то всяких таких ненужных? А, по крайней мере, это была надежда. О, а здесь можно куда-то пройти? Ать! Раз сбежавшись, спрыгнул со скалы! Нужно сейчас сюда каждый уголок обшаривать. Уик, уик, она ему сказала. Ну да, она так, уик, уик. Когда к ключу подходишь, она так говорит. Оранжевый замок. Желтый ключ. К оранжевому замку желтый ключ не подходит. Подходит? Они, кстати, близкие по цвету, оранжевый и желтый. Поэтому ты могла просто они... перепутать. А может быть, это ты мог перепутать? Ну, теоретически нет. Ну, точнее, да. Мог. Но по факту это желтый. Нет. Ну что ты будешь делать? Йо-хо-хо, и бутылка рома взять, что ли? Не открывается. Ну, мне интересно, ну, должно же быть решение какой-то этой ситуации. Надо быть, просто быть внимательным. Мы, наверное, несколько раз проходили мимо этого, так и не возможно увидели. Возможно. Потом будут писать, какие же вы слепые. Боже мой, как можно да так не заметить? Раки. Раки. Я бы, покинь, вот была бы радость, если бы нашли эту карту. Какая радость была бы. Шестеренку еще одну нашла. Прикольно. В детской комнате лежит. Ну, конечно, давай, сник он там мне. Ну, как скажу, ну, не круто, а круто! Где она? Сейчас пойду и соберу. А когда они помирают, у них, да, вот, фотография и башмачки. Да, да, башмачки и предмет, наверное, какой был при них. Фига ты... Чуть. А, их можно активировать. А, это ты можешь их активировать. А ты не можешь? Я не могу. Потому что ты механик. Ты, наверное, собрал вот количество. А, да, я собрал, наверное, количество шестеренок. Ну. Может, это мне как-то поможет? Так проще бегать, чтобы не оббегать эти решетки. Ну да, да. Прикольно. Я тут думаю, слушай, что за звук такой? Классно. А, ну вот, да, здесь раньше была вот тут решетка. Ну где это она должна быть? Надо просто быть внимательнее. Блин. Где же она тут может быть? Может быть, она где-то рядом должна быть. С этой дверью. Что тут вообще есть в этой комнате рядышком? Так, я нашел ничего. Какой-то чердак. Я нашел какой-то чердак. О, у меня есть свой банан теперь, понятно. Я серьезно говорю, я нашел чердак какой-то. Да? Как? Да. Сейчас я путь перегорожу, чтобы ты сюда не попала. Я шучу. Как я перегорожу путь? Вот знаешь, если бы ты мог, ты бы перегородил. Я тебя знаю уже. Так, ну как, Ксюша?
Просто небольшой, но появился шанс. Небольшой, маленький. А я просто внимательно стал смотреть, изучать и думаю, ничего себе. А сюда же можно попасть. И да, действительно можно. Я взял и попал. Офигеть. Попал. Сейчас ты попадешь. Я нашел ключ! Но он синий. Боль тысяч. А где Ворона-то каркает? Она каркает явно за дверью. Слушай, ну я вижу ворону, вон она. Ну не так и я тут ее вижу, когда стою возле этой двери. Так я вообще ее в реале вижу, вон она прям над головой моей. Ну? А где так... ключ? Поднимайся, тебе надо на крышу попасть, залезть. А вот еще шанс попасть. Можно вообще легко вообще где, сюда залезть. Где ты? Да, я на крыше, но... Так, я, наверное, скину рядом к воротам ключ. Этот синий вот там. Ну-ка, может сюда. Ай-яй-яй. Ну выпрыгни по... Ты тоже залезла, да, сюда? Я... куда? На крышу. Я на крыше, я, да. Наверное, спугнуть? На чердаке. Ну, а где... Я вот... Наверное, я сначала спугнуть надо. Да я на чердаке. Я спугнул ворону. Так. Как ты туда проник? Сейчас... Ну, легко, просто взял и залез. Саша. Че? А вон он, балкон, смотри, можно через балкон. Так вообще, я уже три пути нашел, как туда попасть. Три целых пути. Ты заставляешь чувствовать меня неполноценный какой-то, понимаешь? Да ну вот здесь, вон, ты где? А, нет, не здесь. Я теперь выйти не могу. Ворона указывает на ключ. Внизу, видишь, я ее прогнал. Ее прогнал, молодец. Смотри, знаешь, куда надо идти? Вот здесь. Ты где, ты на крыше? Где этот рычаг вот этот вот? Не, в другую сторону иди. Совсем в другую. До конца крыши пролазь. Ну давай быстрее. Да иду я. Я тебе покажу сейчас. До конца крыши. Да, прям, как бы объяснить тебе. Там, где ванная вот это, где вот просторное место. Вон она, ну посмотри сюда, ты чё молчишь? Ксюша? Ксюша? Ну вот, сюда и поднимайся. Ты меня слышишь? Все, отлично. Все, я пошел. Ворона где-то внизу, надо туда теперь идти. Ее так нужно будет прогонять, пока мы не найдем ключ. Так. Теперь она в этой комнате каркает. Телефон у меня звенел. Все, нашла, да, видела? Так, теперь она здесь. Ее надо опять прогонять? Я ее опять прогнал. Че она такая, тролль? Из разных мест в разные перелетает. Теперь где она орёт? Не знаю. Вот она вот тут была. Ну-ка. Нашел, да, нифига себе! Мы все посмотрели, а я вот эти гробы не открывал. В гробу был желтый ключ. Да, желтый ключ. Оранжевый. Ну, желтый, ярко-желтый ключ. Похож на оранжевый, я не спорю, но это желтый. Ой, это так нет. Ксюх, он, короче, прям... боже мой, я все смотрел, проверял, кроме гробов. Он в гробу был. Кошмар. Где? Давай, иди сюда. Иди сюда, мы это сделали. Ты где? Вниз спускайся. Бегаю я. Вниз иду, да. Ты чё? Тварь. Ну, ворона это до сих пор орёт. Ты не обращай внимания, иди сюда. К главному входу подходи. Блин, Ксюша, он не подходит. Почему? Я не знаю почему. Потому что он желтый, наверное, нам надо оранжевый было. А я тебе говорю оранжевый. Блин, что теперь делать? Ты меня обманываешь, наверное. А ты где? Ты обманываешь меня, да? Почему? Потому что я по голосу твоему слышу.
Да. Сидит и вот тут слышит, вот улыбается, вот сидит, что-то там говорит, да? Ну давай, вон она, все, пойдем. Поросенок какой. Выходим. Оранжевый, желтый. Смотришь? Смотрю. Угу. Я тебя уже чувствую, когда ты начинаешь. Мы это сделали, ребята! Больше часа мы играли. Я просто офигел. Вы, конечно, не будете участвовать. Я это все... Да, я все это порежу. Самое интересное, да. А что так мало монеток нам дали? Мы так старались. Смотри, 7 монеток. Мы так старались, час играли, получилось всего лишь 7 монеток. Зато мы излазили там все, что можно. И примерно в общем, мы изучили дом досконально. И в следующей серии мы уже не будем так тупить. Мы уже будем профессионально играть. На уровне хотя бы стараться. Спайдермен был соседом. В общем, вот он и дисконнект. Ссылочку на Ксюшу я оставлю под видео под описанием. Подписывайтесь, она тоже ведет свой канал. Вот, да, заглядывайте. И я оставлю тоже, да. Всем пока.